Ну что, ребята, дети подросли. Дети подросли. Их срочно надо рассаживать. А по попе? Их срочно надо рассаживать. Наши балкончики выросли. Как же они быстро растут, ребята. Как же они быстро растут, а мы не успеваем. Друзья, маленьким малышам, конечно, наверху хорошо, удобно, защищены. Но когда они вырастают, ребята, мы не успеваем пристраивать, если нам подкидывают 30 малышей. Из них мы пристраиваем 10. Потом берут старичков, берут еще кошек. В общей сложности мы пристраиваем 50 животных. Но это не одни малыши, а они растут. И им срочно-срочно нужны новые вольеры. Потому что вот здесь они уже у нас не уместятся. Да, мои хорошие? Ну что, ребят, вот это будет хороший-хороший выгул для малышей. Для самых маленьких. Вот этот песочек сейчас тоже туда перетаскаем. Ребят, строимся с помощью молотка и такой-то матери. Что только учила, когда дети начали бегать по этому, носиться и кувыркаться, вот это с ума сходить. 3 вольера я всего малышей смогла перенести сюда. И что они вытворяют? Надо было раньше все-таки сделать. Ну, когда смогли, тогда смогли. Зато все лето они смогут носиться до глубокой осени. Если мы еще сделаем там теплую бытовку, то они смогут быть и в бытовке, и на улице также носиться. Мелочевка, как спит. Стайка. Эх вы. Вот и бегаете здесь. Интересно, скоро вы это все вытопчете, а? Да? Об этом хотела сказать, что, друзья, можете привозить нам мячики, любые игрушки. Это, ребята, будет второй выгул. Второй. Для инвалидов. Вот здесь у нас будет второй выгул для инвалидов. Я хочу сюда всех инвалидиков закинуть. Их много у нас. И пусть они ходят просто по полю. Малыши и инвалиды. Сейчас нам мужчина какой-то привезет бытовку. Не знаю, что за бытовка еще, ребят. Мы ее еще не видели, но... Да, вот такой выгул будет. Сейчас сделаем. Ну что, мои хорошие, слепые мои приехали. Да, наши слепые, Тарзан. 3 наших слепыша. Да, сейчас выгружаемся. Здесь у нас бегают 4 вольера. Вон Тарзан, если ему достают сильно, он просто зубы оскалил. И все, и щенок опять к нему пристает. Он опять оскалил зубы. Щенок 3-й раз подошел, постоял и ушел. Тарзан! Иди ко мне, Тарзан! Тарзан!
Иди ко мне, маленький. Тарзанчик, иди сюда. Тарзан, Тарзан. Тарзан, Тарзанчик, иди сюда, мой хороший. Иди, мой красавчик. Мамин. Тарзан, ай ты зайка моя. Тарзан. Привет. А вот здесь лежат Витас и Паркер. Да, ребята? Витас, Витас, зайка моя. Лапки у нас, видите, какие. И что мы делаем? Вот что мы делаем, а? А там кто висит у меня на рубашке? Что? Я пройти не могу, да? Паркер. Шовчик у нас на лапке. Ничего. Паркер добрый. Витас наша, у которой пули в голове. Вот она головку на бок держит. Да? Наши инвалиды. Здесь еще не все, ребята. Найдочка, моя девочка. Ты боишься? Не бойся, солнышко. Я не подойду. У нее лапка была сломана. Тарзан. Тарзанчик. Амора. Амора. Ты морда такая красивая. Сейчас ребята поставят щит, чтобы слепые могли заходить. Что, малышня?